Виктория. Да, оставь. Ну. Все, иди, иди. Спокойно стоим. Все. Вес защита. Виктор Михеев, мой первый тренер. Наверное, под твое руководство я пришел, наверное, когда мне было 16 лет, это где-то 21 год назад. Ой, да как это было? И вроде недавно, да? Да. Вроде давно. Собственный вес атлета 25 килограммов. Так, внимательно, давай. Так, справляется с весом 30 килограммов? Нет, снимаю. Это будет 40. Убивай один. Вот только. Спокойно настроился. Настучил смотрели. И ждать. Стойте. Вот так вот. Ну. Так, руками не трогать, я сказал. Закончил с результатом 60 килограммов. Давай на 7. Тихо. Сегодня я случайно застал твои соревнования, которые здесь у вас проходили в клубе «Максимум». Ну, как, это, к чему они приурочены? Ну, это, во-первых, это плановые спортивные школы, соревнования по плану. Потом приурочены также к контрольно-измерительным показаниям. Вот и, естественно, итоги прошедшего года надо было закрепить, чтобы в Новый год зайти уже с новыми результатами, с новыми планами, другими надеждами. Вставай! Встаешь без команды. Команда, слышишь? Тренеру. Вес готов. Готовится к Жухарь. Стойте. Так, что ты увидел? Вот это, если вы там будете сидеть, друзья. Что ты там увидел, когда встал? Кого ты там увидел? Лифт ни разу не видел. Нормально. Давай это, исправляй ошибку. Встал и вот как стоишь, так и стой. Смотри, вот увидел. Ты даже команды не видел его, когда он тебе сказал стой. Так, еще такая высота, я не понял, где ты мерил такую высоту? А? 15 у тебя высота. Стоять! Стойте! Не успел встать и шаг сделал. Ты должен дождаться команды. Дим, что вы? Тебе замечательно. Ну, ребят, вы сколько раз можно говорить? Две команды. Все стойки. Ты стойки не слышал. Вы не видел. Вес не защита. Сед. Стойки. Каждый раз что-то жду, а оказывается, они еще лучше и больше делают того, что ждешь. Вот это интересно. Это даже, значит,
на правильном пути мы пока. Значит, пока не стареем. Кто-то уже до этого выступал, да? Да, были, выступало. Но и новичков много хватало. А да, сколько всего человек выступало? Не знаешь? 18. Команда знает. Это вы здоровые катошки, ребят. Так, я же видел, первый подкаст выложишь. Потом тебе жить, понял? Кто будет все стойки мерить? Дать? Так, жать, стойте. Так, команда слушаем. Старт, жать, стойте. А что это за высоту ты себе заказал? Старт. Жать. Давай. Помочь. Жать. Стойте. Жать. Все, помощь. Вес готов, приглашается Семен. Готовится и Зайцев. Спокойно. Так, внимательно. Как помощь сразу помогает. Оп, не забудь положить. Все, спокойно, спокойно. Снимай. Старт. Жать. Давай. Помощь. Все, хорошо. Жать. Давай. Стойте. Все. Без защиты закрепится. Так, второй поток. Да. Давай. Так, готовимся! Вспоминаю тот возраст, когда мы тоже выступали в первый раз, и тоже суета, там да, кто команды да, не служит, кто что. Вот пришлось глупые, мне, глупые ошибки. Как старшему судье, пришлось постоянно и голос повышать иногда, и говорить, и инструктировать, и подсказать. Это же внутренние. Поэтому они, соревновательная практика, она нужна, чтобы я поехал, например, на областные соревнования или другие соревнования, чтобы уже они знали, уже были готовы, как себя вести на соревнованиях. А многие сейчас, видите, некоторые у меня и по 2-3 раза выступали, а все равно сегодня, ввиду коронавируса, они с марта месяца нигде не выступали.
почти год. Естественно, терялись, естественно, забывали, естественно, некоторые вообще выводили. Даже меня пришлось и покрикивать, а может и кричать даже. Но зато это помогало сразу. Это не без этого нельзя. Дисциплина это. Равнодушным нельзя быть. Никак нельзя равнодушным быть. Просто нет. Вот зато и я доволен. Они уже знают, что о, как себя вести, как себя подготовить, как размяться перед подходами серьезными. Так что все. А в прошлом году были соревнования перед Новым годом или нет? Да, были протоколы есть, были. Это же, я говорю, это плановые, во-первых. И для меня так контрольно-измерительные. И опыт, это где еще такой опыт для учащихся, для воспитанника? Где? Теоретически хоть сколько хочешь, им рассказывай. Лучше показать один раз. И опыт нужно нарабатывать. Да, и опыт, только опыт. Так, ты, я и штанга, все. Так, встать, стойте. Вот так надо. Иди сюда. А что, бороться не хочешь? Сколько заказал? Для чего это? И что это? Что такое 50? Хотя бы 50. Я уверен. У тебя запас. Да. Кто-то боится за соревнования. Это соревнования, это не он. Здесь надо выложить. А ты боишься? Если боишься, пожалуйста. Иди, 50 заказал. Селезёнка, готова, приглашается селезёнка. Всё, иди. Засыпайся и иди. Просьба бороться. Так. Второй попытка становится селезёнка. Во-первых, какая основная воспитательная цель у них? Я всегда им говорю, любая цель спортсмена, ты уже спортсмен, атлет, это участвовать в соревнованиях. Человек, который тренируется и не хочет участвовать в соревнованиях, это уже не спортсмен и не атлет. Мы просто их называем физкультурниками. Все. То есть, Но у меня таких нет. Ну, были бы, если бы так настойчиво не работал с ними, они, потому что некоторые приходят для себя заниматься. Я говорю, для себя выбирай другую секцию. Для себя, мне с тобой неинтересно работать, если для себя ты хочешь заниматься. Вот, поэтому мне нужны результаты. Ну и всех, кто выступал, я смотрю, это весь молодняк. Стариков нету, я так сказал. Так, да и в США, старики-то вон они сейчас тренируются, вон. Ну хотя вне зачета выступали, нет? У меня, ребят, у меня цель сегодня была только плановые соревнования детской, юношеской спортивной школы города Пугачева. Все. Взрослые, вон они занимаются, это у меня атлетический клуб «Максимум» взрослый, где и ты участвовал, бля. А это совсем другая команда. Эта команда у меня от 10 до 18 лет, все. Встанывай! Так, ассистенты, убирай штангу вот сюда, вот в сторону. Гриф туда. Так, это мы разбираем. Подсадим. Вот, это стандартная высота вот под большие диски. Готовится сейчас. Опустить. Зачем? Спокойно тяни все. 25 килограммов весит. Да. Поняли, да? А у него запас.
плечи крутит. Ну, еще подожди. А так вообще что-то. Ну, Миша ушел спокойно. Все, отрыв, ну, видишь какой? Вот пример для подражания Вектора. Половины замок. Белый готов приглашается с вами. Сейчас узнаете все, ребят. Итак, подходим к финишу, друзья мои. Второй поток, сразу после окончания второго потока награждение у нас. Выпрямим плечи. Вот так. Вот так. Тащи, тащи, тащи. Стой, вот так. Оп, секундочку. Так, да? И все. Пошел, пошел, пошел. Пошел, плечи. Выпрямился. Плечи. Почу голову. Ты на тренировке правильно делаешь. А здесь все забываешь. Натягу становую снурные гольфы. За 50. Работай жестко. Ну ничего, попытка заканчивается. К сожалению, попытка заканчивается результатом. Все хорошо, отлично. Молодец. Закрепился. Спортсмены соревнования в мире спортсменов и культурных. Что за вас? Среди юношей. Молодец, за больно. Заканчивается результатом 145. На этом соревнования закончены. Будут подведены итоги. Сейчас. Терпеливо ждем. Ассистенты ставят эти пьедестал. Так, и давайте пишем эти. Свет, давайте будем это. Я рядышком сяду, буду это. Места. Подожди, свет. Тяжелого, трудного заработка вы заработали достойные обычно призовые места. Первые, вторые, третьи есть. Вот, поэтому поздравляю вас с новыми вашими личными рекордами за проявление характера. Молодцы, проявили волю к победе, а это уже спортсмен, уже довольно-таки хорошего уровня. Ну, спортсмен без характера, сами знаете, это уже не спортсмен. Как мы их называем? Физкультурники. Правильно, физкультурники. Среди нас сегодня их нет, друзья мои. Награждать вас будет мастер спорта, наш воспитанник тоже, нашей детской спортивной школы раньше был. Сейчас он мастер спорта Владимир Григорьев.
участники народного класса. Да, ну, вылетел, ну, бывает, устал немножко. Вот, мастер спорта международного класса. А это уже, ребята, звание, это уже труд, это большие тренировки. И отдал, посвятил всю жизнь свою сознательную вот нашему виду спорта. И занимаются, пришел он тоже мальчишкой, 15 лет ему было. Да, вот 15 лет пришел. И вот дорос до мастера спорта международного. То есть мотивация, цель, сейчас он в спорте. И я предоставляю ему такое почетное право, и для вас это действительно почет. Вот мастер спорта международного класса будет вам вручать, естественно, грамоты и подарки. Подарки как и кстати, и посвящаются и Новым годом вас как раз поздравим. Может, я крамольную вещь скажу, урок ты можешь пропустить, можешь его нагнать. Тренировку пропустил, все, этот день ничем не восстановлен, он не восполнен. Это в спорте. Ребят, запомните это. Ну, а теперь, пожалуйста, так. Самый легкий участник, но и сильный, за первое место. Своим воспитанникам? Быть хорошими людьми. Все, больше ничего не желаю. Будет хороший человек, все у него получится. И в спорте, и в жизни, и в учебе. Все. И не бежать младших. Много быть, хороших человек ты воспитал. Ну а что, ты плохой человек? Я? Да. Ну, вроде нет. Ну вот, все тогда, какой вопрос, может? Или Вовка, что? Или вон, зайди, ребята. Ребята, которым уже за 30 есть, и за 40 есть. Даже за 50 есть. Да и за 50. Вот же занимаются. А плохой человек в этом возрасте заниматься не будет. Сразу говорю. Я уже год не занимаюсь. Да? Значит, ты плохой человек. Вот а так. Ты занимаешься? Да, да, да. Ну, сегодня не до занятий. Сегодня у меня нагрузка была намного выше и по тонажу, как говорится, и по калориям намного выше, чем я теряю на тренировках. Не, организаторские такие моменты, они, да, они всегда очень отнимают много. Лучше выступить, чем это проводить. О, ну это естественно, там ты выступаешь на всем готовеньком, тебе все приготовили, вот. А здесь наоборот, я готовлю всем все. Это еще учить надо, еще наставлять. Это нельзя на соревнованиях, но у нас внутренние соревнования и сделаны с учетом учебно-воспитательной работы, с учетом. То есть подсказать, указать, ошибки сразу же выявить на втором подходе, чтобы он уже так не делал, исправил ошибку. Вот, неоценимые. Сегодня просто неоценимые были. Знания они получили, умения неоценимые. Ну да, когда еще тренер будет там 5-6 человек, а ты выводишь, получается, всех сразу. Да, всех сразу. За всем контролируешь. Да. И всех надо. Вот, ну чтобы такого не было на больших, на более серьезных соревнованиях, чтобы меньше была нагрузка на тренера, вот они чтобы умели, их надо подготовить. А подготовить, значит, немножко надо поработать, потрудиться, повоспитывать. Вот так вот. Все, я тебе желаю наступающего Нового года. Ну, спасибо. Спасибо. Будем посмотреть. Увидимся в следующем году. Увидимся обязательно.
Занятие у нас 4. Все? Ну, слишком.